генерал-полковник Хлебников, бывший командир арт-дивизиона легендарной Чапаевской дивизии, командующий артиллерией 4-й ударной армии. Сегодня в гостях у почетного гражданина города Иваново его земляки, воспитанники профессионально-технического училища номер 2. Уже несколько лет учащиеся ПТУ изучают боевой путь стрелковой дивизии имени Фрунзе, сформированной в Иваново в годы войны. Центральный штаб всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа наградил дипломами и значками самых активных участников похода. Эта хроника военных лет включена ребятами в фильм, который рассказывает о подвигах их отцов, воинов прославленной фрунзенской дивизии. Документальные кадры. Они напоминают о многих крупных сражениях Великой Отечественной войны под Москвой, под Сталинградом, под Ржевом.